стартуем в направлении города Норильска, около острова Таймыр. И вот собрались люди провожать. У нас другие автомобили будут пытаться пробраться к Енисею, в Уральские горы, в непроходимую тундру и в отрезанный от материка город Норильск. Вот мы проехали Питер. И сейчас заправляемся на спонсорские деньги под завязку, включая канистры на крыше и все баки наших автомобилей. Афас! Да. Этот кофе, да. Вот это наш первый ужин. На улице при 15 градусах мороза. Сейчас будем пить чай горячий. Вот что случилось от безудержной попытки проехать быстрее, чем того позволяет дорога. На заднем приводе вылетел и перевернулся патрон у нас. К счастью, никаких серьезных повреждений патрул не получил и смог продолжить движение. Вот идет третий день нашего путешествия. Мы проехали Вологду, почти приехали к Кирову. И вот в середине дня мы решили остановиться и пообедать быстрыми макаронами. Вот такие зимние дороги.
Кулика, у нас появилась возможность осмотреть свои машины перед поездкой в тундру после 3000-го пробега. После осмотра мы будем выдвигаться в сторону Сургута. Вот эта машина для тундры. Правильная. В новую Уренгой у патрола пробилось заднее правое колесо. Дорога здесь, конечно, ужасная. Бетонка с трамплинами. Сейчас в Новом Уренгое Александр решил научить нас двигаться по тундре, по жесткому уплотненному снегу. Главное, что нужно делать в этих условиях, это не буксовать. Сейчас я посмотрю, как удается Райту это делать. Вот почему становится возможным езда по тундре. Из-за вот этой корки на снегу. Он уплотняется. Приехали в Тазовский, это на берегу залива находится. Приехали сюда, чтобы заправиться, сделали круг 12 километров туда, 12 обратно. Потом поедем обратно искать поворот в тундру. Сейчас мы заправляем баки, чтобы они были как можно более полные. Температура порядка 36-38 градусов. И у нас опять проверили пропуска пограничные.